Всем привет, ребята, с вами снова Эфи, я продолжаю проходить, хотела сказать, Wires of Fear, господи, уже всем приехало, Unravel, продолжаю проходить Unravel, следующая, я так полагаю, это на очереди, да, вот, а это как называется, подождите, ага, понятно, все окей, го в картину, в общем. И посмотрим, что там дальше. Ну, живописно могу сказать. То есть здесь будет, наверное... Тут, в принципе, везде живописно так-то. Знаете, какое-то там что-то будет. Что-то где-то я постройки какой-то лазить буду, короче. Вместе с Ярни, поэтому будет весело, я думаю. О, не живописно, что-то сыро, как-то мокрый паучок. Он там ворона, и так прям вообще... Такой манюсенький Ярни. Ну чё, пошли, Ярни. Рассмотрел так все. Пойдем. Дождь. Мокро. Сыро. Ой, ну я же держалась. О, манюсенький такой мопчик. Холодно ему, смотрите, ему холодно. Манюсенький. Ой! Кошмар. Маленький такой. Смотрите, я не могу, я сейчас заплачу. Давай, давай, беги, беги, беги. Ой, еще. Ой, а так вообще я прям сейчас вот не знаю. Ой, а что там где-то наверху что-то было? Ой, я не заметила, я извиняюсь. Давай. О, посмотрите, какой грустняшечка. Такой прям бупсик. Кай, ну что? Мини, ну, пофиг. Не обращай внимания. Бегом, какое-то укрытие, быстро. Надо срочно. Холодно, сыро, мокро, страшно, один. О боже, это что еще такое? А там наверху еще, подождите, что-то было. Ладно, неважно. Ава, что? Авспа. Ага. Я так понимаю. Ой, не, подождите. Сейчас. Вот эту ерунду надо сюда. Теперь ее вот сюда. Теперь вот это сюда. А как? Подождите. А, сори, я ж помню, я видела там что-то. Сейчас, подождите. Блин, как теперь это? Так. Эй! Почему ты переворачиваешься? Короче, мне надо типа успеть, я понимаю. Я ни хрена не успеваю. Чё и блин, коматоз. Может, надо подождите как-то вот типа. Сейчас подождите. Так вот как-то. Оно очень. Фак, почти получилось. Вот так, короче, вот. Ой, такой, я не могу, прям вообще такой маленький, весь замерз. А там что-то есть? Ой, сейчас, подождите, мало ли, может, там цветочек, кто его знает.
Вроде ничего нет. Ну ладно. Пошли наверх там. Эх. Ой! Ой, я упала. Даже такой маленький, сколько ему надо вот пройти, да? О, здрасте. Кошмар. А что там? Подожди, я не увидела. А, мне наверх надо. Ёкарный бабай. Ты еще ж фиг увидишь все сразу. То, что тебе надо увидеть. Еще херачит там вот эта вот молния прям так бодро. И там что-то было. Или нет? А, нет, там ничего не было. Это у меня уже глюки, все, я поняла. Апа, стоп, что? Что? Че? Типа прыгать можно? Что? О! Что? Я, по-моему, игру подломала маленько только что. Не совсем так слегка. Ладно. Окей. Ой. Оу. Окей. Что-то носят какие-то бочки, что-то прям вообще химики, блин. Химичат. Опа. Тут ничего на меня падать на голову не будет, я надеюсь. А, нет, все-таки будет. Ой. Ой, ёб твою мать. Баночку, смотрите, бутылочку расплющили. Они, короче, типа прокатились и камни вот эти убрали, которые тут были. Вроде бы да, вроде бы и так. И что, змея какая-то там шипит, или мне это уже глюки? О-о-о! Ио! Манюсики, такой бубсик, я прям не могу. Давай вот эту штуку, давай вот эту штуку. Чё, какой ужас! Какой ужас! А как вот то забрать? Ой, ёб твою за ногу! Ай. Ой! Какой ужас. А, о. А это для чего здесь? Эти. Бутылку. Высовываем. И вот туда. Оп. Не знаю, может, мне надо будет эта бутылка потом. Хрен его знает. Да, определенно она мне нужна была. А, это просто типа крантики, я поняла. Окей. Вообще такая мрачная, блин, это на первый взгляд вообще такого, как бы... Ну, там по фотографии вообще не ощущалось этого. Тут прям вообще мрачно, так все серо, мокро, грязно. Фу. А что я делаю? То есть я еще вот это вот хим, вот эти вот отходы.
Эй! Опля. И куда мы? Сюда куда-то? Интересно. А, мне тут банку надо, видимо. Ну, не банку, бутылку. Судя по всему, какой-то этот... Как оно называется? Эти чистящее, моющее вот это. Ну, скорее всего, что это чистящее какое-то для чего-то. Господи. Это, наверное, туда надо вкинуть. Только туда вариант. Как бы. Я так думаю. А если... Сейчас, погодите. А если наверху там запрыгнуть на эту бочку, оно что-то даст или нет? Ну, я думаю, вряд ли туда надо. На бочку, на ту. Вообще, в принципе. Ну да, думаю, не надо туда. Ладно, окей, значит, сюда. Боже, какой ужас! Какой кошмар! Это просто тлен. Фу, блин. Кошмар. Вы видели, как его прям вот прямо сейчас зашипело там что-то? Ужас. Просто кошмар. Что мне дальше надо делать? Типа... А, вон туда, что ли, аж? А, манюсенький. Ой, это веревку, нитку. Боже, бедненький. Кошмар. Просто ужас. Тихо. Какой ужас. Ой, только не ломайся, я тебя прошу, пожалуйста, только не ломайся. О. Это, видимо, как-то вот через вот эту вот штуку надо, можно наверх запрыгнуть, что ли? Ну, сейчас попробуем, подождите. Ну, наверняка, я так думаю, можно типа запрыгнуть. Вряд ли. Может, там сверху что-то будет. Типа. Возможно. О! А, вот тут бревно есть какое-то. Вот оно лежит. Ага, вот оно упало. Хе. Зачем мне там бревно? Типа, если я захочу обратно вернуться, что ли? А обратно мне вернуться. Ну почему он не может тут лосом своим... Лосом... схватиться? Ладно. Я подумаю, придумаю что-нибудь другое. Да, но я туда уже больше не вернусь. В том-то прикол. Окей. Отсюда я вряд ли туда долечу. Хотя, хрен его знает. Интересно.
Ой-ой-ой. Воды надо не касаться, воды. Хотя, может, и долечу, в принципе, отсюда. Кто его знает. Сейчас, попробую. Не хочет он долетать. Я не знаю, как туда залезть. А, хотя, подождите, может, надо типа вот сюда залезать еще вот это. Разлежу. Хрен его знает. Ай. Либо же как-то бутылку вот тут забрать. О. А как я ее заберу? А никак я ее не заберу оттуда. Вот так-то. Дилемма. О, улищет. Чик, чик. А наверх туда я не могу запрыгнуть. На веточку. Хотя, блин, по идее, как бы видно, что можно, типа, туда залезть. Ладно. Блин, а если бы вот так как-то? Не хочет он. Сейчас надо отмотать нитку. Обратно. Хм. Ну ладно. Ну, попробую последний раз вот это. Вообще ужас какой-то. Ой, мази, мама дорогая, вообще не могу. Кошмар. У меня просто палец не нажал. Да что ты будешь делать? А, подождите. Стойте. Во. Я идиот. Немножко бываю. Иногда, изредка. Вот так. Чик, все. О. Оу. Ой, посмотрите, он такой маленький ниндзя. Оу. А как туда? Оу. И как туда? Типа вот так, что ли, как-то? А, ага. Ладно, я пропустила свой момент, походу. Или не? Офигеть, вот это трэш. Такой трэш. Я, короче, сейчас поняла, надо... Вот этот движок, короче. Опа. Все. О! Щит. Понятно, короче. У меня все через одно место, короче, было. Окей. Бедненький Йорни. Как тебе сюда? Под машиной куда-то.
проводочки торчат. Чего тут есть? Угу. О! Ой, а типа сказали не трогать рубильник, да? А, это ж другой серии был. Идиот. Вау, я включила тут все. Прикольно. Ой. Окей. Оу. Оу. Угу. Всё. Блин. А как мне? Чёрт. Погодите, надо вот тут коробочку забрать. Конечно, будет трудно, но возможно, в принципе. Опа. Выключайся. Тик, тик, тик. Оп. Сюда эту коробку. Оп. Вот так. И там я смогу, в принципе, запрыгнуть. Ну, залезть. Вот так, да. Теперь... Ай, черт, сейчас. Опа. Чик, включили. Тяжелее цепочка, цепочка, цепочка. О! До свидания, блин. Ой, кошмар, конечно. Такой манюченький. Ой, там это... Цветочек. Что-то за голову держится. Что-то ему плохо. Он и за голову что-то, и за не голову держится. Прям все. Ну, каска. Рабочая. А, все. Теперь видно, куда ее надо тащить. Ну, Ярни, это вообще, это прям такая... А, подождите, там еще, наверное, надо. Сейчас обратно его чик. Потому что там, видите, там как бы типа можно запрыгнуть. Но, по всей видимости, надо, короче... Дотащить аж до самого верха вот это вот все. Чтобы уже не возвращаться потом. Угу, угу. Чтобы чисто запрыгнуть сюда. Что-то что такое прям заброшенное и капец-капец. Мне почему-то напоминает Припять. Не знаю почему. Ой, это сейчас не упадет хоть мне на голову, я надеюсь. Он такой маленький, толкает такие большие вещи. Офигеть можно. Так, вот тут вот так. Хотя нет, наоборот я хочу, подождите. Но тут вот так, а вот тут сюда, и вот так, и вот сюда, и оп. Вот так, опа. Давай еще разок. Вот так.
А как что? А, все, я вижу. Нифига себе, вот эта молниеносность реакции вы видали? Не вы видали, а? Так, мне туда. Оп, ой. Ой, ой-ой. А, мне надо, понятно. Мне надо как-то... А там, подождите, там нету случайно в тут? Нет, ничего нет. Окей. Иначе со спокойной душой могу раскачиваться и на ту сторону перелетать. Оп, ой, ой. Не, мне не в ту, не в другую, наверное, да? Или что? Подождите. Чего? А зачем мне... Что? А! Чу, блин. Интерактивность. О, господи, это что-то еще и работает. Ну, оно просто, видать, не, ну не то, что работает, оно просто... Просто, короче. Я поняла. Окей. Идь. Вот так. Что это там такое виднеется? Машина какая-то. Ну, в смысле. А, это такая же фигня, как и тут стоит. Тут ничего нету? Тут ничего нету. Подождите, а там ничего нету? И там ничего нету. Ну, мало ли. А этот уровень я довольно-таки быстро, как по мне, прошла. Паучок, вы глядите-ка. То, что вначале было. Ой. Эй, куда... А как же он же? Он же не это. Не забрал. Чё? Странно. Ну ладно, окей. Ладно, ребята. Как-то странно. То есть не забрал. Может там в следующей картине это продолжение типа будет. Точнее, фотографии. Ну ладно. Окей, ребята, думаю, на этом завершу, поэтому хочу сказать всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого и пока.